Работы по обустройству новой автопарковки у городского кладбища подходят к концу. Территория расчищена, оборудованы удобные подъездные пути. Сейчас рабочие с помощью дорожной техники подготавливают площадку для остановки общественного транспорта. Она будет расположена рядом с новым входом в Березовую рощу, который находится в 100 метрах от старых ворот. Новый въезд на кладбище оборудован полностью, готов уже к открытию. Поэтому сегодня мы закрываем старый въезд на кладбище, открываем новый. Еще один вход на территорию кладбища возможен с территории федеральной трассы М-53. Проезд со стороны садоводства «Березовая роща». 14 мая въезд личных автомобилей на территорию погоста будет запрещен. Это правило будет действовать для всех, кроме инвалидов и ветеранов, не имеющих возможности передвигаться без транспорта.